дальше пошел. О, прям есть. Есть? Просекай. Просекай. Сидит? Да. Хорош, он пилит воду, я вижу. Надо бару на... Это твой, да, буровит на поверхность? Да. Сидит? Ждет. Как я его припалил? Нет. Там их так много было, видел потом? Да не особо. Целую кучу выпрыгнул. Домой идет. Он потом это, ну прям шел, повезло, они стали скакать, прям да, где проходила приманка. Развернулись назад. Потому что я кидал туда, где было. А я кинул туда. А они уже потом по-другому. Тут есть вторая скорость? Стала быстрая уже. Сразу тогда готов быть. Ну там, бегать. А ты что, готов высунуть уже? Хочу. Он такой работал. Идет. Так. Попался, который кусался. Так. Ну, я готов. Готов? Ну, я уже почти готов. Ну, давай за 5 минут, а то я хотел только предложить отобедать. Да зачем, ничего не надо. Ты в крайнем случае удочку вниз. Ой, я его вижу уже. Он белеется. Как повезло, что они пошли в твою сторону. Вот, да, сторону. Ну. Везение рыбака. О, решил посопротивляться. Так, я запомнил, где. Кого? Ну где взял? Недалеко от той темы, где вот, ну, мы первого, помнишь, там это выделяли. Потому что мы там, я смотрю, петлю накружили. Ну да, там когда члена этого, я же петлю накрутил, когда члена. Да, 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 вот недалеко. В принципе, рыбное место. О! Да не знаю, вроде на опыте уже. Чё ты куда сейчас пошел? Он этот, как его? Куда пошел, бля? Свечку сделает.
Одумался, что ли? Я под лодку лезет. Как я выпалил, а, контору? А что так не видно же, все шевелится это, бараши. Но я отличаю бараша от небараша. Красавчик. Удочку ты. Тихо. Поднимай его. Все. Узел, прикинь, развязался. Да ладно. Да. Твою дивизию. Всем привет. Сейчас проведем работу над ошибками. А ошибка там была очень проста. Узел был, вот, как обычно узел мы вяжем, и так один за другим в косичку. Это, в принципе, хороший узел, у меня он ни разу не развязывался, но была проблема в том, то, что, видимо, батя плохо протягивал каждый узел. Дело в том, что надо пассатижами каждый узел протягивать очень хорошо, тогда он не развязывается. Но я решил прийти к другому узлу. Узел очень прост и очень прочен. Называется поломар. Вяжется он вот так. Делаем петлю. Складываем наш шок-лидер. И продеваем застежку. Продеваем. И делаем узел петлей. И вот эту петлю мы продеваем через нашу застежку и затягиваем. Получается, петля, которую мы продели через застежку, она идет первым витком, а далее два витка это сам узел, который мы делали из шок-лидера. И самое главное, очень хорошо протянуть. Чем хорош этот узел, то что когда идет на него нагрузка, он сам себя затягивает. Чем сильнее давление, соответственно, он крепче. Вот такой вот узел. Все, идет топовая нагрузка, и он сам себя затягивает.
Далее для подстраховки я сделаю тот же самый узел, который был у бати привязан. Это просто вот такие витки. Раз. Четыре. Повторю, надо очень хорошо протягивать каждый узел. Все, наш узел готов. Лишнее отрезаю. И заплавлю. А еще для подстраховки я хочу закрыть узел термоусадкой. Но тут надо аккуратнее, чтобы флюр не поджечь. Ну все, узел окончательно готов. Даже если он захочет развязаться, термоусадка не даст ему это сделать. Все, можно рыбачить. Делаю вот такой вот короткий шок-лидер. Смысла не вижу в длинном, потому что его функция, чтобы сдерживать абразив зубов рыбы. А из-за того, что он такой короткий, мне удобно делать заброс. Мне не надо просовывать вот этот узел, который соединяет шок-лидер с плетней в кольца. Чтобы ничего не цепляло, ничего не мешало. Все, вот отсюда довожу до тюльпана и забрасываю. Все, всем ни хвоста, ни чешуи.